вторая тренировка в день. Вот эта вот маленькая женщина издевается надо мной. Скажите ей, что меня не обидала. Жестко спрашивает меня, прям жестко спрашивает. Женщина. Смотрите, что творит. Чуха. Оп. Ну пойдет. Неплохо. Ребята, доброе утро. Давайте вам с утра подниму настроение. Особенно тем, кто любит тачки. Прикольно. Вот смотрите. Бам. Смотрите, какая зверюга. Просто стоит на парковке. Вот такая вот. Тачан. Кто знает, что за машина, пишите в комментах. Лютая песня, конечно. Неплохо выглядит, стиль имеет. Я про Range Rover. Ребята, только что закончилось 3 раунда по 2 минуты вот с этим зверем, чемпионом России. Ну, понятно, что он поддавался. И сбил меня. Сбил. В общем, я вам хочу сказать, что бокс это вообще... Вся моя физуха просто оказалась нулевой. Я 3 раунда еле выдержал. Это очень круто. Все цело. Офигенно. В общем, все, кто считает, что бокс это для дебилов, легкий вид спорта, приходить на ринг, попробовать. Я думаю, это круче шахмат и круче любых умных видов спорта.